Всем здорова, друзья, с вами Влад. В этом видео я вам покажу концепт 0.14.0 второй сезон. И на данный момент это самый лучший концепт, который я видел. Приятного просмотра. Это чувство, когда интро Видлакса намного лучше, чем заставка Axle Bolt. И, ребята, не забывайте, этот концепт с канала Видлекса, ссылочка в описании. Зайдите и посмотрите, у него куча таких концептов. Сразу бросается в глаза красная обводка возле моего ника и вокруг Вели. То есть, возможно, красный цвет, это значит то, что мы ютуберы. Так как я вижу ютубера Слайса, снизу у него тоже там окантовочка красная, значит это типа цвет ютубера. Дальше у нас событие, второй сезон, называется Project Esports, и там есть вроде граффити, либо же наклейки, Gold Pass, и Free Pass это всего лишь бокс. А это у нас походу чит патруль и новостной отдел, то есть там можно посмотреть новости, а там можно посмотреть за читерами, читерили они или нет. Естественно, чит патруля не будет никогда в стендоффе, об этом уже рассказывала Омега. А вот новостной канал – это что-то интересное. А, кстати, вот еще статус онлайн. То есть можно будет изменить свой статус, и типа ты офлайн, и тебе никто не будет писать. Боже, это кайф. Вот он изменил статус Don't Disturb, то есть не беспокоить. Так, там только что были новости, там был Серфуга. И здесь еще первый сезон завершен. Так, первый сезон подошел к концу. В нем вы получили звание Gold 4 и вам совмест... И вам совсем немного не хватило до звания Феникс. 53 очков ранга. Продолжайте в том же духе, и у вас все получится. И вот как бы очки, которые нужно заработать, чтобы повысить ранг. Это кайф. Так, а здесь у нас для получения звания вы должны пройти 10 калибровочных игр. Внимание, ваше звание сбрасывается после окончания сезона. Но, оказывается, оно не сбрасывается полностью, а всего лишь отнимаются очки. И самое интересное, что здесь написано, сколько вам нужно получить очков, чтобы повысить глобала. Блин, я вот в шоке. Это реально интересно, потому что люди захотят реально собирать очки, а не просто в рандомную играть и не понимать, как работает звание. А здесь у нас пошли награды за звание. То есть, какое звание ты достиг, такую награду ты получишь. А текущий ранг у нас отсутствует. Статистика, топ игроков, магазин, сезоны. Блин, ребят, это круто. Плюс какой-то пак наклеек. Очень интересный, таинственный. Возможно, в будущем мы его увидим. Жесть, бутылочки с граффити за голд 1. Господи, я бы так играл ради такого в стендоффе. Вот это класс. Вот это называется реальная киберспортивная игра. Не ради доната, а ради игры, чтобы повысить скилл и получить награду. А то все за донат, как бы не очень так и интересно играть. Тут у нас топ игроков мира. Инви, Глобал, Нотбокин, короче, Лофи, ну и Видлес, естественно, на 6324 месте. Офигеть. Ребят, до окончания сезона 90 дней. Первое место 25 тысяч голды.
Неплохо, неплохо. Вот тогда бы было потно, вот тогда бы уже все играли, было бы интересно. Да, ребят, сортировка. К сожалению, ее не добавят стендов. Я помню слова разработчиков, когда мы сидели в Дискорде, и люди задавали вопросы в чатике. И разработчики отвечали, и там был вопрос, добавят ли сортировку инвентаря, и я услышал ответ, что нет, потому что это будет занимать лишнюю память, то есть лишняя нагрузка и т.п. и т.п. Сортировка с наклейками. Даже комментировать не хочу, честно. Просто промолчу. Ребята, Видлекс сделал все, что хотят люди видеть в стендофе. Вы просто посмотрите, насколько все круто. Он добавил голду за звание, за первое место в мире в стендофе. Ты получаешь голду. То есть вы понимаете, вы играете, и вы на первом месте в мире. На первом месте. Топ-1 игрок в ММ в мире, и вы получаете 25к. Многие скажут, боже, это нарушение экономики. Да в жопу эту экономику. Какая нафиг экономика? Тут один человек всего лишь получит 25к голды. Один человек. И это раз в 3 месяца. Даже больше. Мне кажется, из-за этого никакая экономика не упадет. И это лучшее, что я видел. На самом деле, это очень круто. Это кайф. Это было очень круто, но, ребята, у меня настолько жесткая дизмораль за счет того, что у меня Владгеймер канал в бане, просто я не знаю, это жесть. Так легко угнали канал, и я так легко мог потерять этот канал. Это настолько все просто. Я даже не осознал, как они это сделали. То есть вы поймите, я никуда намеренно не нажимал ни на какие ссылки, я сидел спокойно, играл в игры с плеймаркета, гулял, поспал, проснулся и минус 2 канала. То есть мне настолько жестко повезло. Это жесть. Ну, у меня,
Я не знаю, что еще сказать. Просто это настолько жопа. Google Chrome не может обеспечить нормальную защиту. Это же всем пока.